парк Северного речного вокзала расположен в Северном административном округе Москвы, в Левобережном районе. С 1937 года здесь построено здание Северного речного порта. В ближайший год-два оно будет на реконструкции. Сейчас доступ в это здание ограничен, но потом его откроют для всех желающих. Мы видим скульптуру красивую, девушка, которая держит кораблик на голове, и инсталляцию в честь 870-летия Москвы. Высажены аккуратные, красивые цветочки и проезд для автомобилистов перекрыт. Раньше здесь стояли такие красивые якоря, но их демонтировали из-за ветхости. Ограда тоже требует реставрации, потому что отдельные элементы ее утрачены. Со временем она, конечно же, разрушается. Ленинградское шоссе было расширено, и часть деревьев, конечно, здесь вырубили из-за этого. Вы видите легендарный серый дом. В нем прямо во время войны стояли орудия. И из окон этого дома, если бы фашисты сюда бы прошли, по ним бы велась прицельная стрельба. А там очень толстые стены на первых этажах этого дома. А также в военное время здесь располагался госпиталь. Слева вы видите здание, которое тоже очень давно построено, где-то тоже в 37 году. И здесь есть небольшой ресторанчик. Причем вам здесь не удастся легко пройти непосредственно к реке, потому что прибрежная территория считается портовой, относящейся к порту. Поэтому вам придется заходить туда с центра, около Северного речного вокзала.